Задание онлайн этапа Кубка Гераклеон для категории «Б» включает выполнение максимального количества раундов за 8 минут. В каждом раунде необходимо выполнить 5 подтягиваний на перекладине для мужчин и 3 подтягивания на перекладине для женщин, а также 12 воздушных приседаний с отягощением весом собственного тела. Результатом атлета является общая сумма повторений, выполненных за указанное время. Стандарт выполнения задания. Общее время выполнения задания – 8 минут. Секундомер включается перед выполнением задания и не останавливается при переходе от одной части к другой. На видео все время должен быть представлен секундомер или таймер, в том числе момент включения секундомера и момент окончания времени. Ракурс съемки. Для подтягиваний. Сбоку спереди, так, чтобы был четко виден уровень подбородка выше перекладины в верхней точке движения. Для приседаний сбоку спереди, так, чтобы было четко видно положение бедер ниже параллели в нижней точке движения и полное расплюмение в тазу и коленях в верхней точке движения. На видео до начала выполнения задания необходимо представиться, назвав имя и фамилию. Стандарты выполнения движений. Подтягивания выполняются из виса на распрямленных руках до перекладины. При этом засчитывается любое повторение, при котором подбородок поднимается выше турника. Допускаются подтягивания в строгом стиле, киппингом, баттерфляем. Хват – только хват сверху. В нижней точке обязательно распрямление в локтях и плечах. Не засчитываются повторения, при которых подтягивание является продолжением запрыгивания на турник. Обязательно полное распрямление в локтях и плечах перед выполнением каждого повторения, в том числе первого в серии. Подбородок в верхней точке подтягивания ниже уровня перекладины. Нет полного распрямления в локтях и плечах в нижней точке подтягивания. При выполнении воздушных приседаний необходимо в нижней точке опускаться в полный сет, при котором ось тазобедренных суставов ниже оси коленных суставов. В верхней точке необходимо полностью распрямляться в тазу и коленях. Не засчитываются повторения, при которых в нижней точке движения бедра не опускаются ниже параллели или ось тазобедренных суставов не опускается ниже оси коленных суставов. В верхней точке колени не распрямляются. В верхней точке таз не распрямляется. В нижней точке пятки отрываются от пола. Во время движения колени вворачиваются внутрь, уходя внутрь сагитальных плоскостей, проходящих через пятки.